Так, что-то ничего не слышу. Намудар Прабу is saying that here has happened so much that it seems that he first time he's learning how to speak, how to hear, and how to do everything. So he's saying that if you have something to share or something to say, please feel free to do it while he will be sharing today. Мы находимся в маленькой комнатке, которая рядом между комнатой для омовения Гурудева и его основной комнаткой. Такая маленькая проходная комнатка, и она сейчас потихонечку заполняется теми, кто придет на класс. Мы тихонечко ждем наполнения. Гурудев будет присутствовать? Нет, он не будет присутствовать. Окей. Он сейчас, я скажу, что он сейчас в беседе с правительственными чиновниками, видимо, что-то очень важное происходит там, что-то важное в правительстве этой страны. Какие-то советы он дает. В общем, что-то очень важное. Вы просто говорите, ну, как бы, пока... Мы здесь тихонечко сидим, поэтому мы здесь сейчас не поем. Я поняла. Can I translate, please? Намудар Прабу, he is saying that now he's sitting in a small chamber. It's between bathroom of Gurudev and the hall of his cave. So they are waiting to Vaishnavas to come to class. Today Gurudev, I think, will be absent because he has some governmental guests, so they're discussing something. Итак, можно перед началом просто я пожелание от Вайшнавов? Сегодня мы будем... Они говорят, что такое ощущение, что только на русском говорят. То есть удобнее, когда небольшие фразы, да, чтобы им долго вот не слушать, ну, очень-очень долгие русские блоки, да, то есть, потому что у них есть, как бы, поделились, да, что только на русском говорят, мы ничего не понимаем, поэтому они, как бы, ну, на русский класс его вот думают идти, не идти. Поэтому, чтобы всем было удобно, давайте сразу оговорим, что короткие, небольшими короткие кусочками. Да. Плохо слышно тебя. Плохо, интернет у тебя убегает. У меня плохо слышно. Тебя, да, прячется интернет от тебя, боится тебя. Я поняла. А что мне делать тогда? Хорошо. Тогда мы коротенькими пробежками. Прибежками будем двигаться. Давайте я сейчас перемещусь в другую. Давай. Давинда Махини. Хорошо. Что? Sorry, now we're discussing about internet, about management, how to organize translation right. Please. У меня, у кого, вот я слышу, что Дамодар Прабу, он у меня прячется, то есть он прерывается. Русский бар. У я кого что? Ты, Говинда Махини, очень хорошо говоришь. Я остаюсь. Очень хорошо, Говинда Махини. Дамодар Прабу – это в Мунгер Мандире. То есть все, выяснили. Тогда я здесь остаюсь. So in Мунгер Мандир, now it's the internet connection is not so good. So Дамодар Прабу like flickering a little bit. Okay. Now we set with all these things. Today we will read Damodar Prabhu. He would like to share Radharasa Sudanidhi 169. Намадар Прабу, вы где? Куда-то исчез.
I think some internet problems in Мунгер Мандир, because he disappeared somewhere. А, Дамодар Прабу, включите микрофон, а я вот его даже не вижу. А, вот, есть? О, да, да, сейчас. Кстати, да. Не я руковожу этим процессом. Сейчас начнем, да? Да. Ничего. Микрофон. Меня хорошо слышно? Да, да, хорошо. Хорошо? Но у вас интернет, он пропадает иногда, то есть как через слово слышно, так, это в Мунгер Мандире там. Как, Рам мне объясняет, что как только контакт у нас будет нарушаться, мы будем восстанавливать связь, она у нас связистом работает, и снова начнем, будем начинать с того места, на котором прервалась связь. Так что вот такими скачками будем сегодня двигаться. Что, слышно? Что? Да, даже Гурудева слышно. Да. Ну ладно. Если вдруг замирает интернет, да, если вдруг интернет замирает, сообщайте об этом, и с какого, где мы остановились, мы будем снова начинать, и не снова, а с того момента, где остановились, будем идти дальше. Хорошо. Слышно? А, слышно? Давайте. Мы касаемся к важнейшему событию в жизни Радхики. We are touching the topmost thing in Radhika's life now. Если рассмотреть всю ее жизнь. Простите, опять не было слышно. Опять не было. Если пропадает связь, сообщайте, пожалуйста. А Радхараман предложил из просада холла. Это есть такая возможность? Поближе к интернету. Не понимаю я. Это вот это кипон. Радхараман asking if it's possible to be more close to the source, but we couldn't be aware. Говорят, не могут они. Я тут не связист. Так, где мы остановились? Если посмотреть жизнь Радхики. Где мы остановились? Вы сказали, если взглянуть на Радхику. Да. Шумно. Шумно здесь, связисты бегают из окопа в окоп. Если посмотреть на жизнь Радхики как на единое драматическое полотно, if we are looking to the life of Radhika as one dramatic canvas, то можно видеть, как на этом полотне кистью совершенного художника заполняются пустоты. So we can witness how on this canvas some very skillful artist is painting these gaps. И сейчас на полотне ее сознания, на полотне ее жизни
наплотнее ее сердце. And now on the canvas of her consciousness, on the canvas of her life, we can see. Лемая ею возможность. Три. Что? Пожалуйста. We can see how will be fulfilled the cherished, her cherished desire, the man, her cherished desire. Она переходит в иную стадию своего существования. She's going to another stage of her existence. Она переходит в совершенную стадию своего бытия. She is stepping to another level, the topmost level of her existence. И давайте узнаем, как это происходит. And now let's discover how it will happen. Shrimat Radhetva Madhamadhuram Shri Ishwar Kumare Prapte Kaishor Kamati Rasadvalgasi Sadhu Yogam Idhambale Mahasikadhya Nitya Lilavayak Shri Jatavesha Prakatastadjakinu Drishtya Kishori. О, о Шримати Радхика. Кусочками. О Шримати Радхика. Ты и мальчик Шри Ешоды. You and Shri Yashoda's lad, boy. Должным образом достигли сладкой юности. Have attained sweet adolescence. Сладкой юности в сиянии расы. Sweet adolescence due to the strong influence of rasa. И теперь ты можешь играть в романтические игры. And thus you have become fit for romantic pastimes. И теперь ты можешь играть в свои долгожданные романтические игры. And thus you have become fit for romantic pastimes you waited so long. Это поздравление. Это поздравление с днем ее действительного рождения, рождения в совершенство. It is like a congratulation to her real birth in some new stage perfection. The stage of her perfection. It's the new birth in this stage. И Манджари от всего сердца поздравляет ее с этим главным в ее жизни событием. And Manjaris, they congratulate her with her topmost this stage of her life in the topmost perfection. Этого она играла в эти романтические игры только в своем уме. Before she used to play these romantic pastimes only in her mind. Говорят, она что можно выключить, видео, чтобы лучше была связь. Просят для лучшей связи выключить видео, кто хочет, да. Ну, кроме говорящего. Пожалуйста, Бхакта. Включаем видео, включаем, оставляем аудио.
Yes, for better internet connection. Yes, the only audience is only. Yes, please. Can you off videos? Yeah, but Govinda Mohini did maybe so. Я не слышу. Хорошо. Радхачаран говорит, у нас будет три экрана всего, и это может быть облегчит. Я не знаю, я не специалист. Угу. Все? Можно? Продолжаем? Yes, let's continue. Продолжаем? Да. Можно продолжать? This is best we can do. Это лучше, что мы можем сделать сейчас. Хорошо, можно продолжать. Мне нужно отключать, нет, видео? Я не знаю. Я не знаю, спрашивайте не меня, я не понимаю в этом ничего. Я не услышала просто меня. Ох, не слышала. Now we are reading verse Radharasa. Давайте продолжим. 169. Да, давайте продолжим. И она жила все эти годы. Она жила все эти годы. All these years she lived. С растущей мечтой. With a growing desire. А сейчас эта мечта может осуществиться. And now this dream will about to come true. Теперь ты, дорогая Свамини, играть в романтики. Наконец-таки можешь играть в романтики. Now, finally, you are able to play romantic games. You attained this age to play the romantic games. И когда я говорю это, ты все больше и больше привлекаешься к юному и нежному Кришне. When I say this, you become very attracted to young, tender Krishna. Когда я говорю это, то я чувствую, как ты все больше и больше привлекаешься к юному Кришне. When I am saying this, I see that you become very attracted to young and tender Krishna. When I say this, Кинкари говорит, я это чувствую, это моя правда. Кинкари is saying that I'm feeling this myself so much. I'm saying this to you. Твое настроение не скроется от меня. You cannot hide your mood from me, your thoughts from me. Твое счастье растет, и жажда твоя растет. I see how your desire is growing, and your happiness is growing also. Так будет ли, так и Шори? Юная девушка Ратик, которая так внезапно и естественно достигла прекрасного возраста. Will that Kishori, adolescent girl, Radhika, who does suddenly and naturally attain the beautiful age? Другими словами, Манджари говорит, увижу ли я это, вот это главное событие в твоей жизни, дорогая Свамини, увижу. Will that Kishori Radhika,
who thus suddenly and naturally attain the beautiful age fit for playing eternal pastimes. Become... Боже мой, что это? So, Kinkari is saying this. It's Manjari. It's Manjari who is saying this. Will I be able to see this adolescent Kishori Radhika, who is totally in this desires on her new stage? Еще раз повторим эту сладость. Это закрепим. Оши мати Радха. Оши мати Рады. Ты должным образом достигли сладкой юности. You and Sri Yashoda's boy have attained sweet adolescence due to the strong influence of Rasa. Сладкой юности в сиянии Расы. Due to the strong influence of Rasa. И теперь ты можешь играть в свои романтические игры. And thus you have become fit for romantic pastimes. Я от всего сердца тебя поздравляю. She's saying that I'm congratulating you from all of my heart with this. И когда я говорю это, when I say this, you become very я чувствую, attractive. Как ты все больше и больше привлекаешься к юному и нежности. When I say this, I feel myself how you become very attracted to young, tender Krishna. Так будет ли? Будет ли это Кишори Радхика, которая так внезапно возраста, подходящего для вечных игр, явлена мне? So will that Kishori, adolescent girl, Radhika, who thus suddenly and naturally attained the beautiful age fit for playing eternal pastimes, become visible to me? У нас так много времени, поэтому перейдем к комментариям. Анантадаса Бабаджи. So let's read commentary of Shri Anantadas Babaji Maharaj. Sadhu Yoga. The name of commentary, the title is Sadhu Yoga. Сейчас у Шрипады сладкие кумары. Шрипада now has a sweet vision of Shri Radha's first meeting with Shri Yashoda Kumar. Шримати с очень сильным желанием идет на место встречи со своей служанкой. Шримати very eagerly came to the trysting place with her maidservant. Но она мугдха. But she is mugda. Она стесняется. She is shy. She is afraid and unexperienced. И неопытна. Не переводите раньше меня, пожалуйста. She is very unexperienced.
Когда служанка ведет ее внутрь кунджи, она говорит. When the maid servant takes her inside the kunj, she says. О, Сакхи. Радика is saying, о, Сакхи. Что там? Ты не завис? Да. Осаки. Что дальше? Я предлагаю ему свои поклоны. I offer my obeisances to him. Но я не пойду туда. She is saying that I'm not going there to meet him, Mohan. Не переводите больше, чем я говорю. Okay. Я не пойду туда. I'm not going there to meet him. Я не пойду на свидание с ним. I'm not going to meet him. Я не знаю, как говорить умные слова. I don't know how to speak clever words. Я не знаю, как делать искусные жесты. I don't know how to make clever gestures. Я не знаю, как сохранить свою честь. Or how to keep my honor. Я одеваюсь с помощью моих служанок. I dress myself with the help of my maidservants. Я даже не знаю, как заплести свои собственные волосы после того, как он распустит мою косу. I don't know even how to bind up my own hair after he opens my braid. Я никогда ничего не шла занятий. I have never heard anything about lovemaking. Как я могу встречаться с этим Мадхавой? Then how can I meet with this Madhava? How? Он же опытный любовник Расика. He is very experienced Rasika lover. А я просто слабая девушка и ничего не знаю о любви. But I'm just a weak maiden. So I don't know anything about love. Видьяпти говорит, что я могу сказать тебе? Видьяпти says, what can I tell you? Сейчас, о юная девушка, самое подходящее время встречи с ним. Now it is the right time to meet him. С вами не боится. С вами не is afraid. Она еще не переступила эту черту. She didn't make this step. Мы можем подобное явление видеть и в этой жизни. We can see the same situation even in our life. Когда внешне девушка уже созрела для отношений. When outside the girl is now is fit
for relationships. А внутри она еще девочка, маленькая. But inside she is still a very small girl. Она играет в куклы. Она боится теней, она привязана к родителям и очень-очень боится отношений и противоположностей. This young girl, she is still playing with her dolls. She is afraid of some shadows. She is very attached to her parents. And she's very afraid of close relationships with the boys. With boys. У нее возникает драматическая ситуация, известная каждой девушке в этом мире. And so is happening very dramatic situation with which every girl in this world is familiar. Пылающее желание, которая танцует в ее пламенном сердце. She has a desire, which is like a fire, is dancing in her heart. И стеснение, робость, чувство стыда девичье с другой стороны. But on the other hand, she feels herself very shy and not so confident. Она боится даже доверить себя своему собственному чувству. She is afraid even to accept this her new feeling. Потому что это сгореть в нем. Because for her it means that she will be like going into the fire. Она не может ни есть, ни пить, ни спать. Now she couldn't sleep, eat. Or doing anything else. Она не может играть со своими подругами, как раньше. And she could not play with her girlfriends anymore, like it used to be. С ней что-то происходит. Something is happening with her. Она не... Повторите, пожалуйста. Она знает, что происходит. Она не знает, что происходит. Что? Не слышно было. Что с ней происходит? She doesn't know what. Она не знает, что с ней происходит. She doesn't know what is happening with her. Зависла опять. О, слышно меня? Сейчас, да. Она не знает, что происходит. She doesn't know what is happening with her. Потому что это происходит с ней впервые. Because for her it's the first time these feelings are happening with her. Никто не может ей объяснить, что с ней происходит. And no one can say what is really happening now.
Она пытается объяснить это своим близким подругам. She tries to express herself to her close girlfriends. Но печаль ее только растет. But her grief is and sadness is growing. Ей кажется, что это никогда не случится. Ей кажется, что это никогда не случится. Никогда. Можно еще раз, пожалуйста, эту фразу? Не слышно было ни вообще ничего. Дни проходят в томительных ожиданиях. So she's passing her days in this while she's waiting. Они These days they are passing by, and it is lasting so long, but nothing is happening. И вот, наконец-то. And so finally. Ради. Да, повторите, пожалуйста. Да. Повторите, пожалуйста, еще раз фразу. Не слышно сейчас. Слышно? Нас выбрасывает. Да. Да. Повторите, пожалуйста. И вот наконец-то происходит. Не слышно было. Очень связь плохая. Говинда Мохи, не может быть, Радха Чаран почитает. У него как-то смотришь, все время интернет есть. Он сейчас есть? На экране он все время. Ну да. Радха Чаран пробовал. Не хотите почитать? Ну да, что-то есть. Продолжать выйти. Что нам? Они в одной комнате сидят. Мы можем здесь все записать.
Да-да, говорите, говорите, говорите. Сейчас вроде слышно. Да. И вот, наконец, это главное событие происходит. And finally, this, this occasion is happening, finally. Ты уж готова к нему. А девушка не готова к нему. But this girl, she's not ready for this. Как это похоже? Как это похоже на миллионы историй, которые проживают здесь юные созревшие для романтических отношений. It is very alike. Like here we have in this world the same stories, million of these stories of young girls who are not ready for romantic relationships. Возвращаемся к комментарию Анатадаса Бабаджи. Вечные вещи сейчас на «вы», и вечная встреча становится... Nantadas Babaji Maharaj is writing, the eternal thing is now new, and the eternal meeting becomes a first meeting. Не слышно сейчас было. Повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста, сейчас не слышно было вообще ни одного. Что? Не слышно было. Скажите. Да, я повторяю, я несколько раз уже повторил. Ну, хорошо, вообще... Вот что мне делать, а? Что делать? Что нам делать? Может быть, пускай суните на английском, а ты на русском. Я не знаю. Интернет в Мунди Бадгири этот плохой. Ну что ты сделаешь? Предложить Дамодару Прабу, да, такую? Ну, как дочитать? Живущие. Дамодар Прабу, мы вас не слышим. Да. Вот вы несколько раз повторили, а даже вот ни одного слова не прорвалось. Просто вот пустота. Вот, и Бхакты, ну вот, спрашивают, что делать. Они говорят, может быть, Суните почитает. Не слышно вообще ничего. Вот, вот сейчас несколько минут, раз ничего не было слышно вообще. Вы можете у себя почитать, а мы у себя почитаем. Давайте сейчас так. Ну как? Решайте сами, решайте, что делаем. Мы вас просто не слышим вообще. Давайте сделаем так. У нас будет два митинга. А, ладно. Давайте, у нас будет два митинга. Мы здесь продолжим свой митинг. Переводить будет Радхачаран. У вас будет читать Суните. И мы отключаем. Мы сейчас отключаем. Ну вот да. Наверное, так лучше, потому что иначе, ну, получается, и не там, и не там. Не там шеринг не происходит.
потому что постоянные задержки. So, Radharada Suniti, Didi, where are you? Now it's like suggestion because of this bad, very, very bad internet connection. So, Damodar, and they suggested us to read here in our circle, and they will read there, because otherwise, like, no sharing there, no sharing here. Maybe, Suniti, you would like to read yes, this? Yes, sure, we can do that. It's better to have yes. Slow than interruptions. Yes, yes. So, there nothing, and here also nothing. So, why? What to do? I cannot hear it. I cannot see you. Now so you please. Can see me. Okay. So. Okay. First of all, I think it is very amazing that this eternal thing is now new, like Baba is saying in commentary. И прежде всего меня поразило, как вот Бабаджи, да, он указал на то, что вот эти вечные вещи, которые там всегда происходят, для них они новые, очень новые. So we can feel that also Radha and Mohan are enjoying this, and it is a very confidential service for the mandris. И мы можем видеть, как Радха и Мохан наслаждаются этой первой встречей. И служение манджари в этот момент является очень таким конфиденциальным, да, личным. So this eternal romance between Radha and Mohan, it becomes the first meeting now, and Baba is explaining that there are these three stages: the childhood, the babyhood, and the teenagehood. И мы видим, как здесь описывается, как Радика подошла к новому этапу своей жизни, да, и мы знаем, что это этапы, как бы, да, ее развития делились на, когда она была малышкой, потом ребенком, и сейчас она подходит к тинейджерству, к своему, вот, к юности. And each of the ages, the so-called ages of Radha and Mohan is an eternal reality also. Но надо понимать, что каждый из возрастов божественной четы — это вечная реальность. And we can feel how in all the different realities that Yoga Maya is creating, it's all about the abundance of sweet feelings they have for each other. И мы видим, как Йога Майя удивительным образом устраивает эти чувства, их для того, чтобы их вот эту связь очень сладкую, да, чтобы ее развивать. And how amazing is the servant of the little servants? They are younger in age, as we know, but still they have to encourage Shrimati Radhika to be open for the new experience. И мы видим удивительную вещь. Мы знаем, что манджари, они по возрасту, ну, значительно меньше. Но посмотрите, как эти маленькие девочки, они подбадривают свою более старшую, да, свамини быть более смелой, да, сделать этот шаг. But Baba says, no matter how much the maid servant tries it, she cannot convince shy Radhika to meet Madhava or Mohan. Но здесь Баба пишет, что несмотря на то, что сколько бы служанка ни пыталась, она не могла убедить стесняющуюся Радику встретиться с ее Моханом. And she is very clever. She says, "Oh, Shrimati Radhika, now that Yashoda Kumar has attained his adolescence, you are still a child." И посмотрите, как хитра, да, эта маленькая девочка, служанка. Она говорит: "О, Шимати, сейчас Яшода Кумар достиг юности. Неужели ты все еще ребенок?" She is telling her indirectly, "Wow, this was what you have been aspiring and dreaming of all the time, and now is the time, and then you want to be a baby."
она ей так намекает на то, что Радика, смотри, ты же, ну, я знаю, что ты так долго мечтала об этом, а сейчас ты что, все еще маленькая девочка? And she's saying it's now time is over for dreaming and romancing. Now you have to meet. You have to be strong now. Don't be afraid. Эта служанка говорит: давай, давай, будь сильной, будь вдохновленной. Ты ведь так долго об этом думала, мечтала в голове. And she's using clever argument. She says you took birth at almost the same time as him. Only 1 year and 2 weeks after Krishna, and girls' bodies are always right before the boy's body. И она очень мудро ей говорит, что ты же родилась почти в то же самое время, что и он. 1 год и 2 недели после Кришны в соответствии со Шрилой Дживой Госвами. Но тела девочек всегда достигают зрелости раньше тел мальчиков. And the maidservant says, oh, Radhe, a girl's youth is wasted if she cannot enjoy with a nice boy. And you are most fortunate that you can get such a Rasika lover as Krishna. There's no such a beautiful boy like him in the whole world. И служанка, подбадривая ее, говорит: о, Радха, юность девушки проходит зря, если она не может встретиться, да, предаться наслаждениям с хорошим юношей, а ты наиболее удачлива, что можешь получить такого Расика, возлюбленного, как Кришна. В мире нет никого такого же прекрасного, как он, и все во Враже любят его. Поэтому не смущайся. So, and the amazing thing that happens now is as the Srimati Radhika gets encouraged and hears this, the age fit for eternal pastimes manifests in her. И сейчас такая происходит мистерия, да, удивительно, что когда Шримати услышала эти слова, в ней проявился подходящий для вечных игр возраст. Вот эта юность в ней проявилась. So Manjari was the reason this age to appear? Yes. It was her service to awake this. Я говорю, что получается, что это Манджари как бы своим служением пробудила этот возраст. Да. This is called Prasanga Seva. Это называется Prasanga Seva. It's a conversation that gives a special mood to Swamini. Прасанга Сева — это беседы, которые служанка ведет с Радикой, и она этими беседами пробуждает определенные чувства в ней. And not to forget, we are here in the spiritual realm. We are not in the 3D world. И не забывайте, что мы не в 3D находимся, да, реальности нашей вот, земной, а это все-таки о духовном мире. The words that the Manjari speak, they will make Radhika feel in a certain way, and according to the feelings that she has, all her moods, her colors, her shining, and her all existence is, you know, expressing. И нужно понимать, что под воздействием этих бесед они даже внешне меняются. То есть в ней может проявляться больше, да, красок каких-то внешних даже признаков, они могут раскрываться. So she is the Kingari is assisting Radha and Mohan's meeting, as we know that is the eternal service. Мы знаем, что ассистировать, присутствовать при встречах Радхи Мохана — это вечное служение Манджари. And sometimes the Kingari cannot run fast enough behind Srimati Radhika when she has a tray full of perfumes and sandalwood and tambul leaves. When Srimati Radhika is in her, you know, in her special eagerness, then she cannot run fast enough, and she says, oh, Swamini, slow down, I'm losing all the paraphernalia for the services.
Иногда служанки не поспевают за Радикой, когда та, устремленная, вдохновленная очень сильным желанием, она мчится по дорожке, а служанка несет поднос с множеством парафиналий, с тамбулой, с различными притираниями, да, вот тяжелый поднос, и она кричит: «С вами не подожди меня, я же растеряю сейчас все, что приготовила для служения тебе». But now we see, according to the circumstances, the maidservant becomes like an older friend who is encouraging Srimati Radhika, who is very much in her childhood feelings, Pauganda, and she encourages her to go into the Kishora feelings, that is the teenage. А сейчас удивительным образом мы являемся свидетелями того, как маленькая Манджари, которая младше, она сейчас проявляется как более старшая подруга, вдохновляя Радику перейти из чувств Пауганда детских к чувствам Кишора, то есть чтобы она повзрослела. And that's why the age fit for eternal pastimes manifests in her. She becomes adult, so to say. She becomes the young lady, and she is going out of the childhood. И вот этот возраст, он характеризуется тем, да, юность, когда она становится уже полноценной, да, маленькой такой девушкой, да, которая может уже встречаться с молодыми людьми. As you know, also the ladies, I mean, I cannot feel like a boy, but as a lady, when you are at a certain age, then you are dreaming about how the boys are kissing one day, maybe me. Maybe when you are in a certain age, you are dreaming about it and you're looking at pictures and you think, oh, will he like me like this? И все мы знаем, как в этом даже мире девочки, достигая определенного возраста, у них начинаются такие романтичные мысли, они там смотрят на картинки каких-нибудь героев, да, и думают, ой, вот меня когда-нибудь поцелует там этот мальчик или этот, у меня будет отношение с кем-нибудь. Они начинают мечтать. So it seems that Srimati Radhika was feeling still like that, just admiration and romantic looks and feelings. That was enough for her. At that time it is completely enough. I remember it is already very exciting to just think like that. It seems something forbidden. Forbidden, right? И как бы Радика, она была удовлетворена вот этими мечтаниями, да, она думала, вот, тогда размышляла о Кришне в романтическом таком ключе, и ее это, как бы для нее это было, этого было достаточно, потому что это уже это такие запретные вещи, да, и вот для нее, как для ребенка, этого было достаточно, и она не могла дальше переступить. But now is the time for, you know, arranging the first meeting and creating the kunsh feelings and creating the hidden feelings for meetings. So the Manjari is preparing Swamini, and Swamini is growing into that slowly by her advice and by listening to arguments that, oh, now you have to become mature, Swamini. И мы видим, как удивительным образом прямо в процессе Свамини преображается от своего, ну, избавляется от детского вот этого понимания и входит в юность, и все это под воздействием служанки, которая ей советует и очень такими хитрыми, подбирает такие хитрые слова, которые помогают Свамини взрастить вот это уже зрелое чувство, да, потому что сейчас уже время для взращивать, да, вот это кунжа настроение, вот эти, ну, особые, да, уже зрелые такие чувства в отношениях между ними. И Манджари в этом помогает. So, yes, that there's also Baba is saying that your age is very tender when you hear my love-filled words. That is at the end of the paragraph. Mm. That is at the end of the whole verse, the paragraph. The end of commentary. Yes, no? A golden lotus rod.
Your age is very tender when you hear my love-filled words. О, золотой лотос Радха, когда же ты, когда ты слушаешь мои полные любви слова, твой возраст еще очень нежен. And the beautiful age of the eternal pastimes will come by itself. Прекрасный возраст вечных игр проявится сам по себе. And the beauty of adolescence will become manifest on each of your limbs. И красота юности проявится в каждой части твоего тела. And then if we continue on the top, where we hear that as Shrimati Radhika hears this, the age for eternal pastimes manifests in her. И мы видим, как в начале комментария, как слушая обо всех, все эти хитрые слова служанки, как ее возраст Радики меняется на глазах. Adolescence, so teenagerhood, is the original age of Radha and Mohan. И здесь говорится о том, что юность — это высший возраст Радхи и Кришны, Рады и Мохана. The Poganda or childhood and Kumara babyhood ages are only secondary expansions of that original age. А раннее детство Пауганда и детство Кумара являются всего лишь второстепенными экспансиями этого главного возраста юности. During the baby age, Krishna relishes the love of his mother. Во время своего детства Кришна в основном наслаждается любовью своей матери. During his Pauganda or childhood age, the love of his parents and his cowherd boyfriends. Во время Пауганда он наслаждается любовью родителей и друзей пастушков. And during his Kishora age, the love of his parents, his boyfriends and his girlfriends. А во время возраста Кишора он наслаждается любовью своих родителей, пастушков и своих подруг. This Kishora age is therefore the aggregate or the culmination of all rasas and causes Krishna to enjoy to the fullest extent. И этот возраст Кишора поэтому является совокупностью всех рас и доставляет Кришне высочайшее наслаждение. What a wonderful service the maidservant executes by causing the eternal age to manifest in Radhika. Да. И что за изумительное служение совершает служанка, являясь причиной проявления в Шрирадике ее вечного изначального вот этого возраста. So we can see here that the maidservants, they are always assisting according to what is needed. And in this case, she had become like an advisor. And this advice with her love-filled words makes Radhika grow. И мы видим, как удивительно вот эти маленькие служанки, которые более юные, но здесь они как мудрые советчики, которые являются причиной того, что ее настроение развивается и растет до наивысшего. Well, let's say it's the love-filled words of the maidservants who want that Radha and Mohan meet, they make her, they encourage her so much that all her body and shining and all her, you know, beaming appearance is then ready to meet Mohan. И наполненные любовью слова этих юных служанок, потому что они очень жаждут, чтобы их Радика встретилась с Моханом. Они являются причиной того, что даже тело Радики меняется. Она начинает больше сиять, и ее вот эта вечная сварупа, она проявляется еще сильнее. Вот, и даже внешность меняется. So, and it says, on the strength of your own new love, you will meet Madhav or Mohan. That is in the end of the paragraph. И говорится здесь о том, что благодаря силе твоей собственной любви ты встретишься с Моханом.
we can feel that because our most important feelings that we want to nourish is the feelings of the maidservant. So here we feel how the maidservants are giving Swamini strength of new love, of new, chapter in her romantic relationship. И мы, желая взращивать в себе сознание служанки, для себя видим, что каково здесь служение Манджари. Это помощь Радике выйти на новый уровень, открыть эту новую главу ее романтической книги отношений с Моханом. Maybe that's why the chapter is called Sadhu Yoga. Why? Can you explain, please, Sadhu Yoga? Вот у меня вопрос. I can only feel that this is a very wise and connection when it comes to a certain age or ripeness of the consciousness. That is the eternal Kishori age. Название этого комментария Саду Йога, да, Саду мудрая связь. Вот как Суните говорит, что это вот это чувство, которое возникает наивысшее, то есть вот оно так и называется в Радике, которое развивается. Because Ananda Das Babaji says when they meet, or she comes very shyly to the meeting place, she is mukta, afraid and inexperienced. Потому что здесь Радика, она предстает такой мукда, девушка очень стеснительная, она боится всего, она раньше даже не думала о том, что ей предстоит делать, поэтому служанки подбадривают ее и дают ей тоже советы, и советы также дают Мохану, то есть они его наставляют. And in one sentence, in the middle of the commentary, Ananda Das Babaji says that when one becomes fit for relishing the quintessence of rasa, attaining the beginning of adolescence, it is called sadhu yoga. Здесь Ананта Даса Бабаджи Махараш объясняет, что такое саду йога. Это когда кто-то наконец-то достигает возраста, подходящего для романтических встреч. So we feel that the maidservants are making Swamini fit here. И мы видим, что именно благодаря служанкам Радика становится, выходит на эту ступеньку и становится полностью emotionally fit, no? Она эмоционально становится готовой. So that she is ready for sadhu yoga, for the real meeting that has been not accomplished before in that moment. И она становится готовой для этой саду-йоги, для этой наивысшей встречи уже в реальности, не только в ее мыслях. And why is it happening? It's just for the pleasure of Mohan. Почему все это происходит? Это происходит ради удовольствия Мохана. Because as we have heard that in the childhood it's more the Vatsalya mood. Мы уже слышали, что Кришна он наслаждается в своем раннем детском возрасте. No, I mean in the babyhood, Kumara. В Кумара настроение он наслаждается отношениями с мамой. Yeah. And then comes the childhood, that is the parents and the friends relationships. Потом, когда он подрастает, он наслаждается отношениями и с мамой, и с папой, и с друзьями. And then at the Kishora age, at the teenage age, there is the parents, the friends, and the girlfriends. Когда он вступает в возраст Кишора, он наслаждается совокупностью всех рас, да, и родительской, и с друзьями, с своими подругами. And this Kishora age is therefore the aggregate, or the full extent of all rasas and causes Mohan to enjoy to the fullest extent.
Поэтому этот возраст Кишора является совокупностью всех рас и доставляет Кришне высочайшее наслаждение. So that's very interesting, although there is no time, but there is only eternity of the newer feelings that they are experiencing in their romantic exchange. И интересно, что в духовном мире нет линейного времени, поэтому они вечно могут наслаждаться вот этой сладостью первых чувств и первой встречи друг с другом. And like Damodar Prabhu was explaining it nicely, also the maidservant can feel it in her heart that Shrimati Radhika, she wants to meet Mohan, and therefore she is encouraging her, and through this encouragement, Shrimati Radhika is manifesting a beauty that is now then ready to meet Mohan. Как Дамодар Прабху очень хорошо сказал, что служанки, они знают, да, они едины сердцами, они знают, что Радика уже готова встретиться с Моханом, что это ее сильное желание, поэтому они ее и подбадривают. И благодаря их подбадриваниям она и достигает полной готовности. And at the same time also, she is also coaching Krishna as to be very, very soft and tender and not be so harsh to her Swamini. И в то же самое время служанка, приводя Свамини к месту свидания, она наставляет Мохана очень сурово, чтобы он был с ней аккуратен, нежен, и чтобы не обидел ее ничем. And he, as Shripad is meditating this, the vision is going away again. It is like one of his visions. And he says, "Oh Radhe, you are an innocent girl. When will adolescence appear in you as I speak encouraging words to you?" И когда вот эта служанка, да, Прабхудананда Сарасвати в своем облике служанки говорит эти наставления Мохану, вдруг исчезает, видение исчезает, и Шрипад молит: «О Радха, ты невинная девушка, когда же я произнесу ободряющие слова, и юность проявится в тебе?» Когда же я организую для тебя сладкое свидание с Моханом, да, и когда ты станешь видима моим глазам? So we see that the service of the maidservant is always to arrange for their meetings in all circumstances, in all different emotional needs that Swamini has. Мы видим, как Манджари очень искусно в различных, в организации встреч при различных эмоциональных состояниях Радики, что они всегда готовы как бы следовать ее состояниям. Sometimes they have to run faster than the wind. Иногда им нужно нестись впереди ветра, да, быстрее ветра. And Shrimati Radhika is Prema Pagalini. Потому что Радика известна как Prema Pagalini. А иногда же они очень медленно идут. And sometimes, Niti, and sometimes Radhika cannot walk. Even one step she cannot make because she's very, very slow and they need to push her. Yeah. Yes. And here they have to like hold her hand. Come on. Even that, they have to see all, feel everything in the different eternal and also eternally new circumstances. Бывают разные ситуации, да, иногда нужно служанке бежать, да, как ветер, потому что Радика прямо по Галине, она бежит, да, у нее нет никаких препятствий, когда она стремится к своему возлюбленному, а иногда им приходится за руку ее тянуть, подталкивать, чтобы она хотя бы шаг сделала в сторону своего, да, возлюбленного, потому что она полна нерешимости, поэтому манджари, они искусные, они всегда, ну, чувствуют, в каком состоянии с вами, что нужно сделать, чтобы организовать эту встречу. So I think that is about what I could feel from this commentary and from this verse. Maybe somebody else would like to add something?
Мы завершили, да, обсуждение этого стиха. Может быть, кто-то хочет тоже поделиться чем-то по поводу этого стиха? Можно уже включать видео, потому что, ну, проблемы были там. То есть им нужно было отключать. Так, Рада Говинда Прабу с вами нет? Увлекательная игровая атмосфера, получаете мало. Его не будет месяц, раз Равинда, он уехал там с дочками там. So, Radha Govinda Prabhu, he is absent today. He has left somewhere with his family, I think, for 1 month. Ага, понятно. Кто-то хочет чем-то поделиться в связи с этим стихом? Я, кстати, его вообще не помню. Maybe we can connect with Vrindavan again. How are they doing in meanwhile? Are they still with us? We can try how to do this. I think, no, they're not with us. They made me, no, organizer. Don't know. No, I cannot. Yes, I see Radha Mohan here, yes. Things are always fresh. Всегда у нас тоже все по-новому. Yes, we need to adjust every time something new on Zoom. Always. Sometimes too fast, sometimes too slow. Тоже, да? У нас так же, как в духовном мире, мы как культивирующие, как желающие культивировать настроение служанок, должны приспосабливаться. Иногда все очень медленно, иногда, наоборот, очень-очень быстро. But I'm happy we got to, you know, feel the whole paragraph and to feel the whole Leela, because Sadhu Yoga, I think Damodar like it very much, because also of being now with our dear most Gurudev Sadhu Maharaj, maybe he feels there's some connection that he is also making us ready to do service and to encourage us. Yes, come on, get deeper, don't feel shy, don't feel discouraged, don't be afraid, you can grow in your spiritual consciousness, you can be successful. Yes, before in the beginning he confessed that for him it's like he's just learning now how to talk and how to walk and how to hear, so for him it's very, very fresh, new everything. И Суните сказала, что, возможно, ну, Дамодар Прабу не зря этот стих выбрал, да, еще и с таким названием комментария, да, интересным, Саду Йога, потому что он сейчас, да, принял прибежище Саду Махараджи, как он вначале признался, что я только, говорит, заново учусь и слушать. И... That is a very good feeling, да, to be encouraged by an older Manjari. Our Guru Manjari, she is only 1 day older, but she is very much more experienced. So she is also kind of trying to get us into our services and into our moods that we need to be able to serve. И наша Гуру Манджари, она хотя и старше нас всего на один день, получается, но она куда более укреплена, да, и в чувствах, и в понимании, и она нас тоже поощряет не бояться, да, не ну, взращивать, да, расти тоже, делать шаги на пути. Вот, she makes поэтому... us grow. She makes us grow. Она заставляет нас расти, она нас вдохновляет расти. Према Мадури, что-то скажешь? Мы тоже хотим послушать. Мы тебя давно не видели. Где ты? So, my dears, for me now, I have to work today, so I have to apologize. I have to leave at 9:00. Now it's our time, 9:00. I'm working here in the Govinda's shop, and then my time frame is always a little tight.
Okay, have a good day. Thank you for supporting us today, sharing. Суните говорит, что сейчас мне нужно уходить, у меня Говиндас, магазинчик, я там работаю, уже на час даже опоздала, то есть ради Зума она осталась с нами, окей? Работа. Спасибо большое. Суните. Рады. Кто-то хочет, может быть, из русских преданных высказаться или спросить что-то, или как-то поделиться чувствами? Ну, просто, может быть, я не знаю, просто пока мы здесь все собрались, я не вижу Прему Матхури. So maybe someone would like to share Uddhava Prabhu, if you can hear us, please share your feelings. If you like. For me, actually, it was a surprise that Manjari is there, the cause of Radhika's ripening, how to say. For me, it's something new, something fresh idea that I want to the churn inside, да, для меня была очень, ну, такая прям, у меня аж внутри как-то все просияло, да, когда Манджари является идея, да, вот это, что Манджари является причиной взросления Радики, ее вот созревание, да, как, то есть она триггером является, который раскрывает ее сварупу, то есть вечную ее вот, наивысшую ее сварупу, как Кишори, да, мы Кишори же поклоняемся. И у меня прямо это внутри как-то очень отозвалось сильно. И хочется об этом, ну, подумать как-то. Просто опять вот по-новому открывается вот это величие Манджари Бавы, я не знаю, просто удивительно. То есть вот кто они, да, Манджари? Как вот грани, они все больше и больше появляются. Рады. Yes, Uddhava Prabhu, рады. Sorry, likewise, nice to hear you all. I'm sorry, I'm working too, so I'm listening with one ear. Okay. But I could, one feeling that I get from Damodar's beautiful introduction and Suniti's explanation. Да, Uddhava Prabhu тоже говорит, я на работе, слушаю одним ухом, но мне тоже очень понравилось, как Дамодар Прабу, его вот этот вход, да, как вот он нам эту сцену сделал, и как Сунити продолжил. And also, Govinda Mohini, you just summarized it really nicely too, so I'll comment on all this. Я все это как-то подытожила. We remember that the Manjaris are extensions of Radharani, extensions of Radha Mohan. Мы можем помнить о том, что Манджари, они будто экспансии Радха Мохан. Expansion, yes, you're right, you correct me in Russian, that's correct. Expansion, not extension. What have you said? Not extension? You changed extension to expansion and you were right, you correct me, yes. So thank you. So then the other thing you said, Govinda Mohini, in summarizing is that the Manjaris help Radharani to discover her own desires. И Uddhava Prabhu говорит, что я вот тоже подытожила это так, ну, полно стало звучать, что Манджари позволяют Радике раскрыть ее желания, то есть они являются этим. Причиной раскрытия ее полных желаний. But if we think about this, this is exactly what Krishna does by taking birth in Mahaprabhu. He goes into the world in order to discover his own desires, which he doesn't feel. Krishna doesn't feel them. He only knows them. It's pure knowledge, but he doesn't have any emotional relationship to them. So just like the Manjaris help Radha to discover her desires, Mahaprabhu helps Krishna to discover his desires. Nice.
И вот Удава Прабу, да, он такую параллель проводит и говорит, что подобно тому, как манджари позволяют радике понять ее желания, да, раскрыть их в полной полноте, то Махапрабу, он позволяет Кришне прочувствовать, да, тоже получить полноту, потому что до этого Кришна только знает, будучи чистым знанием, он только имеет представление, но полноты он не имеет. И Махапрабу позволяет ему прочувствовать все это в самой полной форме. You all know I'm a young devotee. I'm a senior, but I'm a young devotee. Вы видите, что я очень выгляжу старшим, но на самом деле очень молодой преданный. But one thing I discover again and again in my practice these few years is that we are the biggest blockage to ourselves. Я практикую 2 года, и я понял, что наша большая проблема в том, что мы сами себя блокируем. Sometimes we think, oh, the material difficulties of my life are blocking me from spiritual enlightenment. Потому что мы думаем, что материальные наши проблемы могут блокировать нашу духовную жизнь. But no, we're blocking ourselves. We need to... Spiritual practice is learning to get out of our way, our own way. Но по факту это совсем не так, потому что ничто не может блокировать, да, духовное. Ну, и каждый из нас должен найти свой личный путь. So just as the manjaris are helping Radha to get out of her way, to actually live out the desires that she has inside that are blocked, so our own practice as manjaris can do the same for releasing our own inner desires. И манджари, получается, позволяют радике тоже избавиться от блоков, да, таких ее, то, что ее блокирует. И мы, практикуя манджари бау, да, мы тоже можем избавиться от наших установок, которые нас блокируют. Divine love is already inside us, you and me and everyone. Что божественная любовь уже находится в нас, во мне, в тебе и во всех. Radha Mohan is already there. Radha Mohan уже там находится. But we're standing in her way, his way. Sorry, can you say? But we're standing in the way of Radha Mohan. Мы стоим на пути, который ведет к Radha Mohan. So Radha Mohan is inside of us. Потому что Radha Mohan внутри нас находится. So our practice is to open. Our practice means opening to the divine love inside of us. И наша практика заключается в том, чтобы раскрыть себя этой божественной любви Radha Mohan. Yeah, enough said. Radha. Thank you. Radha. Thank you. Vidavaji. Very nice. Кто-то хочет еще, может быть, что-то сказать? Или можем уже завершить? У меня, я поняла, что я организатор. Вроде как у меня кнопка здесь завершения есть. Према Рупа Прабу, может быть, вы что-то хотите спросить, сказать? Александр Бабанин — это кто? Первый раз уже не знаю. Рады. Можно поделюсь? Пока. Да. Хотелось бы сказать, да, но... понравилось, когда в комментариях звучало, что Радхарани говорит, что она не знает, как заплести свое. Александр, может, я просто слышу двойной звук. По-моему, Александр включил. Да, вы, наверное, хотели представиться или что-то сказать. Сейчас просто это, когда микрофон включен, слышно сразу. Ага. Когда Радхарани сказала, что она не знает, как заплести свою косу, не знает, что делать, в ее сомнениях, когда прозвучали ее сомнения,
захотелось взять как-то ответственность, захотелось взять инициативу, вот, и было такое чувство, что я хочу заботиться о Радхарани. Вот, это очень прям важно для меня услышать. Ananda Maya, she is sharing that she was very impressed by this phrase, like helpless phrase of Radhika, when she was saying to her maidservant that I could not even braid myself, my braid. If he will open my hair, how will I braid it? So this helpless phrase, Ananda Maya, it inspired the strong desire to take to take care of Radhika completely. Like, you are mine, I will help you, because she is like so helpless and in this her very innocent these words. So for her it was like also some point of meditation and feelings. Спасибо, что вы на махине. И также у меня был вопрос, как мне забыть, что Шримати Радхика — это один из акций. Она, потому что для меня должна быть только моей свамини. Вот. И это вызывало у меня только заботу. Как забыть что? Я просто не расслышала. Как забыть что? Это холодильник, ну как это, шарю, что ли, забыть, и чтобы она была только моей свамини. Который я хотела... аспект, как Хладини Шакти, как Айшвари аспект. Да. Mm-hmm. And the question of Ananda Maya is how to forget that Radhika is actually Хладини Шакти, like almighty, the all Шакти potency, and how to treat her only like Свамини, like someone for whom I want to care about what to do. Maybe someone has a question. Or answer? I have an immediate feeling that what Ananda Maya is expressing is Manjari Bhav. Very strongly, that this feeling that she wants to help Radhika, to help release the love in her. This is Manjari Bhav. Sorry, так, Александр, пожалуйста, выключите пока микрофон, потому что слышно двойной звук. So sorry, because of this distraction, I cannot catch. So her question was how to forget that Radhika, like her Aishwarya, this, like she's all might Shakti, Hladini Shakti, and how to take her only like Swamini. So what was the answer? Sorry. The answer was not very direct. I'm sorry, Ananda Maya. Okay. So please share the answer. The answer was what I hear when I listen to Ananda Maya is Manjari Bhav. That she has a strong, Ananda Maya has strong feeling to help Radha to expose her love, expose her divine love. И ответ Удава Прабху говорит, ответ он не прямой такой, но вот что у меня сразу чувство пришло, и я вот делюсь, что я в Ананда Майе сразу почувствовала эту Манджари Бхаву, потому что это именно то, что ее зацепило в тексте, да, где Радика и помощь была нужна, и она очень сильно отозвалась в Ананда Майе, да, в ее сердце. Поэтому в ней проявлено уже это Манджари Бхава, и вот это восприятие Радики, как она без меня не справится, да, то есть я ей нужна. То есть она не всесильная, да, богиня. Вот, да, Шакти, она прежде всего вот нуждается в помощи, поэтому вот Удава Прабху вот говорит, у меня такой непрямой ответ. Вот. So the direct answer to Ananda's question is please don't forget. It's a paradox. Please don't forget. Ответ. Yes, не забывай о том, что она Хладини Шакти. Вот такой говорит прямой ответ. You must have in your heart the divinity of Radha. And at the same time, know that your service is to help Radha. So to help Radha discover the experience of her own love, her own desire. То есть на вот этой платформе
понимание, что это божественное, что вот ее божественной сути у нас есть наше чувство, что мы хотим заботиться о ней, потому что она наша. То есть оно взращивается на этой платформе, поэтому Удва Прабу говорит, ну, не нужно совсем об этом забывать. Окей, thank you. Так, Радхараман. Можно я тоже немножко отвечу? Давайте. Это произойдет совершенно естественно, когда в более полной мере будут в сердце проявляться отношения со Свамини, вкус этих отношений, и просто невозможно будет отвести взгляд в сторону и по-другому как-то на Свамини смотреть, кроме как с точки зрения Манджари. Это яркое солнце, оно настолько привлекательное, что просто невозможно будет отвести взгляд в сторону и как-то по-другому смотреть. Это будет совершенно естественным образом. Рады, рады. Рады, Роман Прабу, he is saying that it will come naturally. That naturally this feeling will come that you cannot take your eyes out of Swamini. You just want to look at her and to perceive her as yours. It's like the sun. It's beautiful, stunning, this sight of sun. And you are just gazing and you cannot look other ways. So he's saying that naturally, while our relationships will develop, this feeling will come itself like this. Можно я спрошу вот Александра, пока у нас есть возможность познакомиться? Либо я просто, ну, может, это другим именем? Анна, меня зовут Агадамана, вы меня знаете. Я просто перекодировал на Александра. Хари Кришна. Поняла. Да. Рады. Я просто хотел сказать, да, это тут у меня Гирираджи, вот они. Да, вот мне Гирираджи. Рада Раман Харибал, это Гирираджи Дамодар Прабу. Он мне дал на служение, это все Гирираджи, который Гирирадж Прабу. Я просто хотел сказать такую вещь, что в Манджари, у меня есть некоторое понимание в Манджари Бхаве, как вот Шимати Радика распространяет себя на 8 аштасаки, распространяя свое настроение, 8 потенций, Лалита Вишакха, Тунгавиди и другие, Индулека. Точно так же она выполняет служение мадам Мохану, своему Шьямасундару возлюбленному, она экспансирует своих манджари, передавая самые сокровенные настроения своего служения. И как здесь было сказано, что манджари, настроение манджари такое, что она не справится с нами. В этот момент Шимати Радика, так как она является Адишакти, она принимает свою игру самой хрупкой, игривой любовницей Мадана Мохана, она отдает определенные формы служения манджари, которые выполняют те функции, которые для проявления всей игры, ночных игр на берегу Ямуны, когда начинается Расалила, эту функцию выполняют манджари. Они подносят тамбулу, они подносят одежду, они подносят в нужное время цветы. И когда Шимати Радхика не может справиться с какими-то вещами, для того, чтобы проявить любовные чувства Мадан Мохана, в этот момент эту функцию выполняет манджари. И в этом есть сокровенное настроение манджари Бабы. Нагадамана Прабухи is saying, he also shares very nice things, that actually Radhika, as Kladini Shakti, as the full potency, full Shakti, she's giving some roles to manjaris and some service she's living for them, because herself she's taking her highest form of the highest lover of Mohan, like a fragile, very inconfident girl, yes, for his pleasure. So she's like giving her her capacities, she's giving to her manjaris.
So they are serving her and him during the Rasa Lila, when they need something, some water, some clothing, some flowers in the proper time. So this is her her power to do this, to expand herself in her manjaris. He was saying like this also, like Uddhava Prabhu, this expansion. Yes, also Agadamana Prabhu, he's saying that also, like expansion. So she's expanding her because she has her role and she need to be in this role. She need to be this fragile girl who need help. So she has many helpers. Если можно, я еще дополню, что когда мы начинаем медитировать на Манджари Бхаву, в этот момент мы соединяемся с самой Шримади Радхикой. В этот момент происходит ее экспансирование в сердца своих служанок. И это распространение ее энергии через Манджари Бхаву. В другом случае это невозможно. И только через Гуру Парампару, через нашу Гуру Парампару, которая идет после, через Шри Чайтанья Махапрабху, через Нитянанду Прабху, через шесть Госвами, эта Манджари Бхава, она входит в наше сознание, в наше сердце, и таким образом она распространяется через нашего Шрилу Гурудева, распространяется уже в нашем сознании как элемент нашего служения. Also, he's adding that this Manjari Bhava, it's like direct expansion from Radhika's heart. When we are meditating on our service as a Manjari, on Manjari Bhava itself, this Radhika's energy is going to our heart and our mind. And this is the gift of our Guru Parampara, which is going from Sri Chaitanya Mahaprabhu and Six Goswamis, and then one after another, this Manjari Bhava is flowing, and Radhika herself is putting into us this ability to serve in this way. И подтверждение этому есть в Брахма Самхите, в тексте, где говорится, что мы получаем духовное тело согласно форме медитации, той концепции медитации, на что мы медитируем, на то и мы получаем. И это описано в Брахма Самхите. И не помню, какой текст. And in Brahma Samhita it is said that we are receiving the body on which we were meditating. So we were meditating on particular seva, and we are getting the body fit for this seva. Спасибо большое. В принципе, все. Джай. Спасибо большое. Раде, раде.